Добрый день, дорогие друзья! С вами аукцион 4М, арт-куратор Алик Ветров. Сегодня у нас необычный анонс. Мы анонсируем благотворительный аукцион, который пройдет совместно с Национальным союзом журналистов и Национальным союзом художников. Все собранные средства на этом благотворительном аукционе пойдут в фонд помощи творческим объединениям. Аукцион состоится 8 июня традиционно в субботу в 18:00. Сегодня вашему вниманию будет представлен один из лотов, который примет участие на аукционе. Итак, работа художницы Погребной Ольги. Вот она рядом с нами. Добрый день, Ольга. Здравствуйте. Работа называется «Перед дождем». Работа создана в 2017 году. Размер работы 60x70, холст маслом. Ольга, скажите, в какой манере вы создали эту работу? Какая вообще творческая манера, стилистика для вас близка? Я представляю южноукраинскую школу живописи. Это как бы мне свойственно. Мне нравится эта стилистика, работа художников-предшественников. Манера, в которой выполнила Ольга работу, называется постимпрессионизм, абстракция, постмодернизм. Ольга, как долго вы работали над этой работой? Сколько она у вас заняла времени? Три сеанса вообще, где-то примерно три сеанса. Это с чего вы начали? В студии или на пленэре? Я начинаю всегда практически на пленэре. Очень редко, когда я пишу по памяти. Потом я продолжаю уже как образ того, что я увидела. И стараюсь передать как-то внутреннее состояние, уже поэзию какую-то вот этой темы. Природы или геометрии вот этих фигур, города. Это скорее мне свойственно. Прямые геометрические линии и горизонт на фоне такой умиротворенный морской пейзаж. Скажите, вот много ли у вас работ, выполненных в маринистике? Да, достаточно. То есть это большая серия? Была большая серия. Была большая серия. Была большая. Ну, сейчас у нас представлена на аукционе одна из работ Ольги. Как давно вы занимаетесь искусством, Ольга? Расскажите несколько слов о себе. Что вы закончили? Я закончила Грекова, как большинство наших одесских художников. И с тех пор вот я занимаюсь живописью. А чья студия была? Я училась у Дмитрия Дмитриевича Егорова. Достаточно известный одесский педагог живописи. Да, очень известный педагог, и такой педагог. Серьезный, который давал хорошую школу многим художникам. Скажите, в каком году вы закончили? 88. У вас много выставок? Да, достаточно. Что это больше, групповые выставки, персональные? Групповые, вот была у меня персональная выставка. Какая была последняя выставка? Последняя была у меня персональная. Персональная, где вы выставлялись? Я выставлялась в Украинском центре. В Украинском центре, да. На Екатерининской? Нет, на Польском. На Польском. А как называлась выставка? Калейдоскоп души. Калейдоскоп. Это была групповая? Нет, это была моя персональная. Почему калейдоскоп? Потому что там были разные направления. Не то, что направления, а разная тематика. А какая ближе вам тематика? Ну, кроме моря. Пейзаж. Пейзаж. Пейзажист. Да, для пейзажиста. Итак, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ждем вас всех 8 июня на нашем аукционе 18:00. Подписывайтесь на обновления. Информацию о других лотах мы представим чуть позже. С 30 мая у нас откроется, по 7 июня откроется выставка предаукционная. Для посещения выставки вы можете записаться у нашего арт-менеджера для участия в аукционе. У нас этот аукцион будет предусматривать реальное присутствие коллекционеров. Если вы хотите присутствовать во время самого аукциона в нашей студии, вам надо будет тоже связаться с нашим менеджером, и он вас запишет. Все более подробная информация в описании. С вами был арт-куратор Алик Ветров, аукцион 4, галерея 4, галерея Капучино. До новых встреч. Подписывайтесь на обновления. Оставайтесь с нами.